Курсанты первого курса Института береговой охраны ФСБ России перед лицом товарищей, командиров и ветеранов военной службы приняли присягу на верность Родине. Вступили на славный путь защитника Отечества. Командиры и почетные гости поздравили их с этим важным и ответственным шагом в жизни. Нелегка пограничная служба, но сознание того, что ты защитник Родины, помогает преодолевать все трудности. Крепко держите в руках боевое оружие. Будьте верны военной присяге. Бдительно и надежно охраняйте границы нашей отчизны. После воодушевленного исполнения курсантами гимна России под аккомпанемент военного оркестра к защитникам Отечества обратился глава города-курорта Сергей Сергеев. Он подчеркнул, наш курорт носит высокое звание – город воинской славы. И эта слава ковалась веками – в эпоху русско-турецких войн и Великой Отечественной войны. Не сомневаюсь, что вы, дорогие друзья, будете с гордостью нести высокое звание защитника Отечества. В этот торжественный день искренне желаю вам, чтобы ваше ратное мастерство оттачивалось только под мирным небом. Крепкого вам здоровья, успехов в службе и новых уверенных побед. Анапа – приграничный город, поэтому подготовка кадров для береговой охраны велась здесь еще с 1935 года. Маршкола воспитала храбрых воинов. 11 стали героями Советского Союза, отметил представитель Совета ветеранов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Гапонов. Он пожелал молодым воинам настойчиво овладевать наукой, дорожить войсковым товариществом и всегда помнить, что свои первые шаги они сделали в городе воинской славы. Новому поколению хочу сказать, настойчиво овладевайте наукой, потому что границе нужны грамотные, смелые, решительные командиры. Дорожите войсковым товариществом, помогайте друг другу крепить воинские коллективы. И хотелось бы пожелать вам, чтобы вы всегда помнили, где вы начали свои первые шаги по защите нашего Отечества. В этот день торжественно приняли присягу и 5 выпускников морского пограничного лицея Анапы. Я думаю, что им будет непросто, но практически они готовы к этим испытаниям. И мы гордимся, что они стали курсантами этого элитного учебного заведения. И, как правило, надеемся, что они не уронят честь нашего заведения. Впереди у ребят годы учебы в Институте береговой охраны ФСБ России. А затем нелегкая служба по всей стране на страже отчизны. Служба Родине – дело хоть и трудное, но очень благородное. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа регион.